Сегодня 31 мая, последний день весны. И вот в этот последний денек погодка решила напомнить о себе очередной раз. Еще с вечера поднялся ураганный ветер. Вот и сейчас треплет деревья не на шутку. Небольшой дождик с ветром тоже прошел. И очень похолодало. Вот сейчас утро, температура 9 градусов. Это, конечно, не очень холодно, не заморозки. Но для конца мая, для начала лета, можно сказать, это, конечно, довольно прохладно. Вот такая погодка у нас на конец весны. Но, тем не менее, лето уже стучится в двери. Я надеюсь, тепло не за горами. Настоящее тепло, стабильное тепло. Все мы его очень ждем. И огородники, и растения.